Смелость и выносливость. В Петропавловске прошли гонки на автомобилях колесной формулы 4×4. Участниками так называемых грязных игр стали 20 автолюбителей из Северного Казахстана и Кокшетау. Это как бывалые гонщики, так и новички. Чтобы одержать победу спортсменам, необходимо было преодолеть полосу препятствий длиной в 2 километра. С первого раза сделать это никому не удалось. Несмотря на тщательную подготовку, мощные моторы и качественную резину, часть машин засела во врагах, другая и вовсе сломалась. Организаторам пришлось устраивать повторный заезд. Поддержать конкурсантов пришли сотни зрителей. Победителем среди гонщиков-профессионалов стал Василий Джимма. Среди любителей отличился Олег Тюков. Отмечу, подобные турниры в Северном Казахстане проходят каждый сезон. Интерес вообще поднимается сильно. Люди уже дорабатывают свои машины, вкладывают туда деньги. Стараемся делать, чтобы это было не опасно, безопасно для людей и для машин тоже. Там только в болоте жесть, конечно. Ну а так все, в принципе, ощущения идеальны. Хотелось бы, конечно, выиграть, но дух соперничества же всегда он есть. На мойке, думаю, будут счастливы.